можете. И у вас все впереди. И поэтому сегодняшний фестиваль – это повод для нас порадоваться, какое у нас прекрасное будущее. А это вы! Это в первую очередь переворот в душе, это переворот в сознании, это переворот, который глубоко и вообще глубочайше затрагивает людей. То есть с ними происходят иногда метаморфозы совершенно невероятные. А это вообще главная тема театра. То есть знаете, да, вот когда актеры работают, то какая роль хорошая и когда она состоялась? Когда в процессе спектакля человек преобразился, что-то, то есть в нем свершилась эта самая революция. И вот на этом фестивале есть ряд спектаклей, которые даже по содержанию пьесы, да, или по названию, они отражают это. Очень много интересных ребят, очень много интересных спектаклей, абсолютно разных, в чем, опять же, прелесть любительских театров, когда ты не загнан в какие-то рамки, тебе не нужно зарабатывать деньги репертуаром, ты можешь заниматься тем, что ты хочешь, ты можешь исследовать себя, ты можешь исследовать темы, которые тебе интересны. Это очень прекрасно. Мы были молодыми, мы все мечтали быть актерами. И вот это ощущение, что ты можешь себя попробовать актером, но это же дает такие большие возможности, потому что когда ты играешь в каких-то постановках, пьесах, проживаешь какие-то жизни, и это дает тебе потом очень большой опыт вообще в твоей будущей жизни, потому что ты попробовал в этой себя сфере, в этой роли, и ты для себя решил: я буду вот таким.